Богатырская самоварная хороводная «Потешная поляны». В лагере Володи Дубинина будто сработала машина времени. В день Яблочного Спаса там состоялась дискуссионная площадка «Предпринимательская инициатива в развитии творческих индустрий». Там же презентовали социально-культурный проект «Этноцентр Курск Древний». Выступления богатырей из клуба исторического фехтования, дегустация яблок, конкурсы, обряды и много всего сочного. Но все же главная цель – определить, как развивать туристический потенциал региона. И здесь поможет микс творчества и бизнеса. Творческие индустрии сегодня лежат в центре понятия «креативная экономика». И они являются таким мультипликационным эффектом, они придают импульс развитию города в сфере туристической привлекательности, созданию новых рабочих мест, созданию, открытию предпринимательства, потому что то, что люди делают своими руками, к чему подходят творчески, все это, к сожалению, невозможно копировать и оцифровать.